Беларусь и Словакия усилят межпарламентское сотрудничество. Вопросы двустороннего взаимодействия сегодня обсуждали в белорусском парламенте. В эти дни в Минске находится делегация Национального совета Словакии. Группу дружбы с Беларусью возглавляет Роберт Мадей. Депутаты намерены придать импульс инвестиционному сотрудничеству. Уже в конце месяца пройдет заседание Белорусско-Словацкой торгово-экономической комиссии. Программа составлена таким образом, чтобы наши парламентарии, друзья смогли познакомиться с нашей республикой, как она живет, работает. Посетили ряд предприятий, оценивают предприятия, которые прошли модернизацию, качеством продукции, конкурентоспособностью. И наша общая задача парламентариев – участвовать в развитии торгово-экономических отношений, продвижении нашей продукции. В последнее время между странами обозначилась положительная динамика торгово-экономических отношений. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 200 миллионов долларов. Значительная активизация белорусско-словацких контактов предстоит и на региональном уровне. Прорабатывается вопрос установления побратимских связей между Оршей и одним из словацких городов.